Ты мой бедный покемон. Покемон, моя Зонька. Посмотрите, это жесть. Я вообще такое впервые в жизни вижу. Вот это основная рана у нее на пояснице. Самое жесткое, наверное, в этом лечении, это то, что нам придется купать целый месяц Юмичу в этом растворе. Привет, я Энни Мэджик, и до того, как я расскажу и покажу, что же случилось у нас с Юмичу, чем же она заболела, я хочу сообщить вам радостную новость. Не зря у меня сейчас тут нет собак, а только вот этот вот злобный кота-монстр, киса, лиса наша, потому что мы с вами встречаемся. Предновогодняя такая Magic встреча, видите, у меня медальончик тут, на кошачьей выставке под названием Winter Cat Show. Это просто самое крупное кошачье событие этой зимы. Там будет более 40 уникальных пород кошек, киса Алиса у нас беспородная, и более 1500 кошек со всех стран мира. Я даже представить себе такого не могу, я такого никогда не видела, и кроме выставки, конечно же, там будет шоу, квест с розыгрышем призов, всякие конкурсы, груминг, а еще выставка кошечек из приюта, и вы можете кого-нибудь приютить и забрать домой. Еще очень круто то, что там будет бесплатный ветеринарный кабинет и советы от лучших экспертов по всем вопросам кошек. Также будет детский городок для детей, короче, куча всего. Это реально такой праздник для всей семьи. Выставка пройдет 7 и 8 декабря, но мы, скорее всего, с кисой Алисой, потому что моих собак вы уже видели на встречах, а вот кису Алису вживую никто никогда не видел. Так что именно наша с вами встреча пройдет 7 декабря. Это Москва, МВЦ Крокус Экспо, павильон 3, зал 14. Время я чуть позже сообщу в инстаграмах наших. Снова увидимся, будем фоткаться, обниматься, общаться. Более подробно о Winter Cat Show и билетики, в общем, все это можно в инстаграмах у них почитать. Ссылочки я оставлю вот там внизу или на их сайте. Там же будет ссылка. В общем, увидимся, приходите, мы будем вас ждать. И давайте начнем. Как раз киса Алиса ушла. Вот они, три моих собаки. А Юмичу сейчас тут с нами нет. Позже я объясню все и покажу. Иметь большое количество животных – это огромная ответственность. Это, конечно, очень здорово. Вы сами знаете, когда у тебя есть кошечка, собачка, а если их несколько, то вообще очень круто. Но в любом случае ты должен понимать, что ты всегда сталкиваешься с большим количеством проблем, чем если имеешь одно животное или не имеешь вообще. Поэтому каждый раз с кем-то что-то, блин, происходит. То с одним что-то происходит, то с другим что-то случается. Но иногда все хорошо, и месяцами не выходят ролики о том, что с кем-то что-то случилось опять. Итак, кстати, а вот давайте проведем эксперимент. Поставьте лайк на это видео те, кто так же, как и я, считает, что животное — это большая ответственность и что о них нужно заботиться. И пусть дизлайк поставят те, кому пофиг на животных и вообще зачем о них заботиться. Посмотрим, сколько у нас тут мыслящих людей. С нашим покемоном Юмичу было долго все хорошо, и так как я не знала еще, что это за болезнь, я отделила ее от всех собак, потому что вдруг это что-то заразное. Всегда очень грустно и очень нервничаешь, когда заболевает кто-то из твоей семьи или твой питомец. Кстати, вот напишите в комментариях, болели ли ваши животные когда-нибудь и чем, или, может быть, вы. В общем, расскажите свои истории здоровья в комментариях, будет интересно почитать. Дело в том, что с ней все было нормально. И настроение было у нее хорошее, и бегала она, прыгала, кушала, играла. Пару дней назад она стала чуть больше чесаться, но я свалила это на то, что последние две недели, и плюс я уезжала, собаки получали вкусняшки и лакомства, которые обычно я им не даю. И у собак такое бывает, что они могут начать чесаться, если им что-то там вот не подошло. Вчера ночью буквально, то есть я это видео вот сегодня уже снимаю, мы лежали в кровати, и я просто ее гладила, как обычно, и тут почувствовала на спине что-то странное. Я бегом такая включила свет и начала это разглядывать. Я нашла то место, и когда начала его щупать, дотронулась до него, просто кусок шерсти вывалился и остался у меня на руках. Я безумно испугалась и сразу же решила утром связаться с нашим ветеринаром. А Юми сразу же отделила от всех, ну вдруг это какая-нибудь все-таки заразная болезнь.
Сегодня утром я уже переписывалась с нашим ветеринаром. Сейчас я вам покажу переписку. Но очень важный момент, ребят. Если вы что-то заметили, что что-то не так с вашей собакой, кошкой, неважно, с любым питомцем, нужно сразу идти к ветеринару. Бежать в ветеринарную клинику, не раздумывая. Не посылать фоточки, не искать, что не так в интернете. А действовать сразу же, ехать в ветклинику. Но так как мы живем за городом, и уже достаточно давно мы вообще живем в этом районе, у меня здесь есть знакомый ветеринар, с которым мы постоянно все вопросы по здоровью животных решаем. И когда я утром начала с ней общаться, я вспомнила, что у Юми такое было, а значит, ситуация уже подобная случалась, и Аня, наш ветеринар, она в курсе, помнит, и мы сейчас все решим. Если же тут же не решим, я сразу же помчусь в ветклинику. Но в любом случае, если есть возможность, надо показать собаку ветеринару в ветклинике, а не переписываться и общаться по телефону. Но в нашем случае стало понятно, что эту ситуацию, в принципе, можно попытаться решить так. Я сейчас вам покажу всю нашу переписку, и пообщавшись вот сейчас с Аней, я поняла, что ситуация не опасная для других собак, поэтому сейчас принесу Юми и покажу, вы увидите, что с ней такое. Ты мой бедный покемон, покемон, моя Зонька, покемон, ты мой. Софиш, иди сюда. Так, Юмичу. Сюда. Видите, я даже толстовку с покемоном надела в поддержку Юмичу. Посмотрите, что происходит. Вы видите это? Вы видите? Посмотрите, это жесть. Вот таким вот образом, просто с кусками кожи, перхоти, вот, вырываются клочки, кусочки шерсти Юминой. Жесть, капец, вообще это ужас просто. Я вообще такое впервые в жизни вижу. И вот когда я у нее это нащупала на спине, эту штуку, вот еще кусок, мне показалось, что это просто ранка, корочка. Но на самом деле это вот такая вот лысина. И вокруг сильная-сильная перхоть. То есть кожа шелушится внутри, прям такие как корочки там. Вот это основная рана у нее на пояснице. То есть тут сильно прям корочками шелушится кожа, отходит, и шерсть выпадает просто из этого места. Но когда шерсть вот так лежит, перхоть вроде есть местами, но в целом можно и не заметить. Как я сказала, я утром вспомнила, что что-то подобное у Юми уже было, поэтому с этого, в принципе, переписку и начала. Отправила ей, как это вообще выглядит. И мне показалось, что в прошлый раз я снимала об этом видео и рассказывала, чем мы лечились. Поэтому спросила, что это была за мазь, что за капли. Мы капали Юми стронгхолдом тогда. И уточнила, если это что-то другое, то надо, наверное, сразу въехать. Они отвечают, что да, они однозначно не помешают. Можно даже каждый месяц стронгхолдом, как профилактику. Я сказала, что да, сделаем обязательно капли, и да, это в пояснице, и как раз рассказала, что где было это пятно лысое, залысинное, это которое чесалось, и Юми ее чесала в прошлый раз. И вот она уточняет, кожа по всей спине шелушится или нет. Я говорю, что в этом месте сильнее, но так по всей, но не так сильно, как вы видели сейчас. И Аня отвечает, что это может печень отреагировать на вкусняшки, как я вам говорила, такая реакция может быть. Могут быть гельминты, то есть глисты нужно прогнать, а могут паранальные железы оказаться переполнены. Параанальные железы – это такие железы, которые находятся у собаки вот в этой вот части, вот тут по бокам от попы и хвостика, и периодически такое случается, что их нужно чистить. Но, если я не ошибаюсь, у меня даже на канале было видео, стоит ли вообще это делать, и у меня есть такое вот свое личное мнение, что вот не трогаешь, и все будет хорошо. Начинаешь что-то их там чистить, потом нужно это постоянно делать. Опять же, у этого есть другие какие-то признаки, запах, и собака может, например, ездить на попе, и всякие такие штуки, хотя от глистов она тоже может ездить на попе. Так что я этот параметр лично для себя все-таки исключаю, но на всякий случай к ветеринару на прием с этим вопросом мы сходим. И вот пока что у нас остается два варианта. Либо это заболевание печени от непонятных лакомств, либо это глисты, которых мы давно действительно уже не гнали, всем пора. А я, между прочим, так как живу с большим количеством животных и себе провожу такую профилактику. И вам советую, если у вас есть собаки и кошки. А также там Аня предположила, что это может быть какой-нибудь дерматит. Это вообще такая опасная, противная штука. Никому не пожелаю, ни животным, ни людям. Может быть, кто-то из наших зрителей сталкивался. Расскажите свои истории, было ли у вас такое вообще. Дальше я говорю, что действительно гельминтов давно мы не гнали, и пора уже. И спрашиваю, какие делать процедуры сейчас вообще. Не помню мазь, в которой в прошлом раз мы мазали. И тогда Аня описывает, что нужно сейчас
раз покапать каплями, через 5 дней Мильбимакс. Короче, самое жесткое, наверное, в этом лечении, это то, что нам придется купать целый месяц Юмичу в этом растворе, точнее, с этим шампунем, с этим раствором, с шампунем с 4-процентным хлоргексидином. Это можно купить в ветаптеке, такой препарат. По инструкции намылить, подержать, смыть. И еще и обрабатывать бетадин раствором. Купать нужно месяц, и между купаниями обрабатывать бетадин раствором. Это в человеческой аптеке продается. Ну и, конечно, когда капаешь капли, за 2 дня и 2 дня после собаку мыть нельзя. В общем, вот такое вот лечение предстоит нашей бедной покемошечке целый месяц, как минимум. Но и опять же, все-таки нужно съездить, проверить к ветеринару вот эти вот железы, да, покемон. Я стараюсь рассказывать честно все, что происходит в нашей жизни, чтобы каждый человек, прежде чем завести питомца, понимал, с чем он может столкнуться. Это гигантская ответственность. Буду держать вас в курсе в наших инстаграмах. И с 1 декабря я собираюсь начать еще один канал Magic Family Vlogs, где снимать без макияжа, без монтажа обычную нашу жизнь, стройка, покупки, вообще все, что с нами происходит. Ну и увидимся на кошачьей выставке Winter Cat Show 7 декабря, а мы будем лечиться. Пожелайте удачи нашему покемону. Пока!